Доброе утро! У нас, к сожалению, приболели все. У Тимофея вчера была температура. Один из вариантов завтрака, я им сделала яичницу. Они не захотели. И захотели хлопья с молоком. Кирилл больше 5 дней, получается, не будет ходить в сад. Из-за этого нам нужно достать справку. Я вот первый раз попробую, как это вообще делается. Дадут ли нам справку, если я просто приду, скажу, что мы несколько дней болели. Вчера Серега оставался с детьми. Мне нужно было обязательно Кириллу купить в сад сандали. Кстати, это сандали с Glory Jeans, они стоили 700 рублей. Пока как-то странно на ноге они смотрятся. Вроде это его размер, даже чуть-чуть больше. Но нога вот здесь выпирает. Может быть, потом вот здесь разносится, и он будет нормально туда ногу ставить. В общем, посмотрим. Взяла Тимофею футболку. По-моему, 300 рублей стоило в H&M. И вот такую рубашечку. На лето отличный вариант. И плюс у нас нету у Тимофея ничего такого. Если вот мы вот ездили на день рождения, у Кирилла была рубашка, а у Тимофея нет. Вот я ему решила взять вот такую попробовать, потому что она была недорогая, со скидками. Продалась, не помню, сколько стоило. Наконец-то взяли Тимофею кепку, потому что сейчас уже жара периодически у нас. И на голову ему нечего вообще абсолютно одеть. Чуть-чуть она ему великовата, но я думаю, скоро он до нее уже дорастет. Главное, чтобы не снимал. И Кириллу взяла 2 футболки, потому что у него периодически футболки есть, которые он загрязняет так, что я не могу отстирать, и они у нас переходят в разряд футболок на дачу или дома. Ну и плюс он растет, периодически все вещи переходят к Тимофею, которые останутся. В общем, эту футболку за 250 рублей я взяла в Glory Jeans тоже, ну, нормально, я хотела что-нибудь кроме серого цвета, вот такая темно-зеленая с мотоциклом, прикольно. Беленькую футболку, потому что Кириллу идут белые футболки, взяла в H&M, по-моему, 300 рублей она стоило, в общем. Вот такие вот вчера у меня были покупочки. Еще нам вчера моя знакомая отдала много-много игрушек, и там оказалось 3 или 4 даже щенка из Щенячьего патруля. Кирилл, покажи. Вот. В общем, Кирилл у нас обожает Щенячий патруль и Человека-паука. В общем, тут и Фиксик есть, и Медведь, вот, и Миньон, и Девочка злая. Слушайте, это просто невозможно. Тимофей мало того, что кота гоняет, он еще и обои дерет. Нельзя! Нельзя! Еще кота, смотрите, загнал? Да, загнал его. И кот у нас, конечно, терпеливый, он их терпит. Если бы он ему хотя бы один раз двинул, они бы от него отстали. А он у нас терпеливый кец, он, да, терпит все. Все терпит, все терпит, скажи. Ну что делать? Ну, второй пришел. Господи, оставьте кота в покое. Он себе сидел. Вы его, блин, в угол зажали. Кирилл, он сейчас разозлится и может укусить. Все, выключаю камеру, пошла кота спасать. Смотрите, какой у меня прелестный вид. У меня вчера поднялась температура. Чтобы вы понимали, последний раз у меня температура поднималась, по-моему, когда у меня случился лактостаз с Кириллом. Ну, она поднялась, 37,5 была примерно, но я просто умирала вообще. То есть у меня такого состояния давным-давно не было. Ну, вы слышите, я прикольно разговариваю в нос. Вчера весь день я просто в лёжку пыталась что-то делать, помыла посуду, пропылесосила. И потом к середине дня у меня началась походу температура, и я просто слегла. В этот момент дети воспользовались тем, что моей беспомощностью. И посмотрите, что наделали. Тимофей дообрывал обои. Еще теперь и здесь, здесь. Вот видите, это я вчера пропылесосила, они все оборвали. Кирилл взял мелок и мелком раскрасил. Дальше тут все раскрасил, ободрали мои вот эти вот наклеечки. Но, в общем, буду их снимать специальным средством. Вот здесь все разукрасил, здесь, здесь. Это я еще вчера все прошлась еще после этого. Потом пол, посмотрите, какой. При том, что я вчера подмела. Тимофей опять в одном носке. Он всегда в одном носке. Всегда. Сегодня прекрасная погода. Мы уже 4 дня не выходили из дома. Так как я себя сегодня намного лучше чувствую. То, что я немножко в нос разговариваю, ничего страшного. Думаю привести себя в порядок, замазать вот это вот все добро. И хотя бы на полчасика выйти с детьми погулять. Потому что они, ну реально, уже просто в 4 стенах сходят с ума. Громят квартиру. Между собой тоже начинают там. В общем, думаю, надо выйти прогуляться. Я ненавижу, когда мой день проходит так, как вчера. Потому что я себя чувствую сразу, что я ничего не сделала за целый день. И день прошел зря. Я все вымыла, слава богу. И сейчас готовлю обед. Здесь у меня свинина с луком. Просто со специями и с солью. И тушеная капуста. Чуть-чуть добавила томатной пасты и сахара. Тимофей просто разносит всю квартиру. Он сейчас уронил телевизор. Но, слава богу,
не прибился. Телевизор вроде тоже работает. Мы собрались гулять. Я себя тоже в порядок привела. Ой, какая у Кирилла радуга. Тимофей в новой футболке. Кирилл в новой футболке. С мотоциклом. Я тоже вот максимально, как могла, привела себя в порядок. Вроде не выглядит, что я болею. Но вот если приглядеться, то под носом, конечно, видно, что очень часто я салфеткой пользовалась. Ну ладно. Ой, какие мальчики. Подожди, Кирилл, давай вот так. Подожди, подожди. На меня посмотри, Кирилл, не трогай. Ты ему так сделал, да? Скажи привет. Тимофей, скажи привет. 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 У нас поставили новый пандус. Кстати, он реально удобнее, чем вот этот электрический, который был. Вот так вот. Все. Очень удобно и быстро. Электрический все время глючил. Вот. Защелка. Вставай, вставай, ты чего? В общем, прикольно. Мне нравится больше такой пандус, чем электрический. Мы вышли на улицу, смотрите, каких нам тут бабочек посадили. Тимофею нравится бабочка. Не, Кирилл, толкать не надо ее. Это кто? Боже, коровка, да? Ам-ам, говорит. Мы только что вышли из кораблика. Смотрите, у них по акции за 1400 были вот такие трусики-подгузники. Кириллу взяли пузырьки. Еще я взяла вот такую запасную соску на наш поильник. У нас вот такой вот от Нук. Вот очень плохая соска, которая была в комплекте, она прям через секунду лопнула. Не знаю, если это тоже лопнет, придется поильник менять, потому что так разориться можно. Вот такая соска стоит 200 рублей. Все кушают вот такой вот киндер-молочный ломтик. У нас сегодня праздник живота, да? Тимофей тут в футбол играет. Что ты хочешь? Писать хочешь? Не, биби ты еще. Какие биби? Там еще. Вон, лучше в мячик поиграй. Вон еще один есть мячик. Возьмешь? Нет. В общем, у Кирилла какие-то обидки на меня, не поняла я за что. У Тимофея футбол. В общем, у нас тут весело. Футболист. Мы пришли на площадку. Кирилл один сам себя катает, потому что Тимофей вообще от него все время далеко. Пойдем, Тимофей, с Кириллом кататься. Ну вот, понравились эти кружочки. Они легко, кстати, передвигаются, потому что деревянные есть. Вот это, по-моему, пластиковые, а деревянные они тяжело передвигаются. Смешной такой Тимофей вообще, конечно. Ноги, кстати, мне кажется, уже начинают выравниваться, реально. Да, как солнышко больше стало, сразу ножки стали выравниваться. Я ему все равно даю вивигантол. И врач сказала по 2-3 капли давать. Ну что, сегодня пятница, мы продолжаем болеть, но уже так. И посмотрите, что сделал Тимофей. Кирилл, положи, пожалуйста, это на место. Это просто жесть уже, это невозможно. Просто этим детям нельзя вообще сидеть дома. Это при том, что мы выходим вечером погулять. Это просто ужас. Мне начинает казаться, что уже эта квартира нас просто выгоняет отсюда. Говорит, слушайте, идите вы отсюда. Просто все начинает ломаться. Я не знаю, это какой-то ужас. Вот этот карниз опять провис. Карниз опять провис, хотя Серега его уже делал. Вот эта штука. Я ее обратно заколачиваю постоянно. Вот здесь вот оторвано. Вот здесь уже лопнуло. В общем, я не знаю. Пока дети спали, я чистила плиту. До я не сняла, жалко. В общем, здесь были такие темные пятна. Вон там еще, видите, черное осталось. Я не могу это оттереть пока что. Потому что уже дети проснулись, они здесь ходят. И я боюсь, что средство дотронется. Осталось сейчас это все протереть. Буду готовить свою любимую запеканку. Сейчас отвариваю картошку. Надо будет пожарить мясо с луком. И отдельно сверху него, когда слоями буду укладывать, положу морковку. А сверху всего этого, когда буду запекать, натру сыр. Вот.